Ну вот, куча мала. Снега нет. Красота. Это перелифт. Корочка такая. Смотрите, это вот халцедоновая корочка. Вот она. Кварц. Интересные бывают корочки такие. Вся корка. Кварц дымчатый. А это был комок, в общем-то, грязи, да, на копе Семёнинская. Вымыл, ничего такого интересного. Вроде берила не оказалось. Сюда положил. Пегматит, мусковит. Ой, смотрите, какой интересный. Пегматит. Так бы его разрезать. Ну, что не так. Надо смотреть. Вот такой кварц, видите, с гематитом. Цвет такой, копь фантомная. Перелифт шайтанский, брекча. Слюдка пусть не смущает вас, это не оттуда, это просто прилипло. И это перелифт, вон он, видите, с каким халцедоном, с прожилками. Вот ты какой хороший, а! Камень, так называемый икряной. Да. Вот эта занорная часть, видите, поблескивает шпат. Лицом вот она к занорышу обращена. В полости находится, в стенке. Вот. Здесь же, видите, все тут хозяйство. И шерлы. Шерлы в основном, да. Вот. Явно выраженный рисунок пегматита, видите. Коп Санникова. Тоже вот корочка сверху. Вау. Мне нравятся вот эти в разные стороны кварчики. Это барские ямы. Кристаллы кварца. Красиво поблескивает. Мусковит. Южакова. Вот тоже Санникова. Вот тоже корочка халцедона. Вау, перелифт. Пегматит. Ну, вот здесь четко видно, видите, как их те глипты кварца параллельно друг к другу проходят. Вот так вот. И резать вот так вот. И там вот письмена в сечении получится. Хризокола, бурый железняк. Да. Все забывается уже. А так пороешься иногда. Раз, что-нибудь найдешь. Вот это хрустальная горка. Кварц. Вот здесь в рубашке. Тоже вовремя
много интересного не достали, а сейчас там уже все. Карьер опять делает какой-то. Дымчатый кварц. Вот из той же серии, видите, кварц лучиками расходится, а сверху корочка халцедоновая. Пегматит. Ох, какой интересный образец, даже не помню. Кристаллики дымчатого кварца, такие сросточки. Так, ну это булдуган, его не так надо держать, благоустроить надо, конечно, эту кучу малу. Вот видите, тут курочка тоже блестючая. Вот ее, по идее, это лицом к зрителям надо. Он тоже, видите, на солнышке так поблескивает. Интересно. Это с другой копии. Пегматит. Камень коренной. Ну, это семёниха. Красава. Смотрите, какие. Московит в пегматите. Ну, классный образец. Кому-нибудь пригодится. Где порыться, вспомнить, как это было раньше. Так, а это что тут? Ага. Рельеф своеобразный тут рисунок. Ну и вот, кучу надо пополнить, конечно. Кучу малу. Но видите, какие красивые щеточки такие. Это адуи, ребята. Это даже на продажу пойдет. Вот смотрите, какая щетка симпотная. Заходите на сайт Перелифт, он еще висит. Пока не отключили. Всякие бандиты меня. Так, можно что-то приобрести. Где-то там чего интересного есть. О, красава. Вот этот туда выставлю перелифт. Перелифт. Ну и традиционно пополним кучу малу. Вот это халцедончики. Смотрите, какая красава. А? Надо резать, конечно, но пока не досуг. Производственную программу выполняем. Продовольственную. Ну, это так себе. Конечно, к этим халцедонам, к этим таким кварцам я подхожу несколько с
художественной стороны они бывают довольно интересны. Видите, и коричневые цвета. Вот. Бывает на срезе весьма интересный рисунок. Если посмотрите там YouTube, так в Яндекс.Дзене там будем. Правда, там подписчиков надо сотку набрать. Я не могу. О, видите? Вот это вот разрезать. Очень хорошо будет. Вот в кучку их сложу. Во, видите, что бывает даже. Кучку сложу, чтобы потом можно было, не теряя, разрезать их. Так что вот куча мала пополняется.